бы вообще не хочу путешествовать. И я не хочу на протяжении всей дороги слышать про синеголовых, фиолетовоногих, мохнаторуких и вообще прочую нечисть. Сиреневоголовый, папа, жми! Выкинь эту свою какающую пони и смотри, какую я вещь закачал. Вот, смотри, это новая игра Fall Guys. Давай, давай, давай! Yes! Я выиграл! Ну и что в нем интересного? Миньоны какие-то бегают. Маша, ты не понимаешь, ты здесь везде бегаешь, всех должен выиграть. Это очень азартная игра. Интересней. Начало игры тебе точно понравится. Здесь можно выбирать одежду. О, почти как медведь Ниты. Ну что, погнали? Погнали. Эй, ребятки, а ну выбрасывайте свои гаджеты. Мам, чего это? Мы в комнатах поубирали, все нормально. Да нет, вы меня не поняли. Собирайте вещи, и мы едем путешествовать. Ух ты, а куда? Поначалу заедем в Киев, там папе по работе надо. А потом, скорее всего, посетим фестиваль воздушных шаров. Вау, мне нравится программа. Иду собирать вещи. Тима, а ты чего молчишь? Ты не рад, что ли? Ну, я как бы вообще не хочу путешествовать. Что? Почему? Тима, у тебя что, джойстик перегрелся и заодно голова с ним? И какая причина твоего нехотения? Ну, мы же все время по трассе будем ехать. Ну, конечно, по трассе, но не по полям же нам ехать на машине. Ну вот, а на трассах очень часто охотится сиреноголовый. Сиренево... что? Ой, мама, не слушай его. Насмотрится всяких ужастиков и потом всех запугать хочет. А вот и нет, сиреноголовый существует. О нем рассказывала очень много блогеров и даже сняли его на видео. Так, Тим, стоп! Я не знаю, кто такой сиреневоголовый. Сиреноголовый. Тем более, но я знаю, кто ты. Ты блогер. И тебе ли не знать такое простое слово «монтаж»? Поэтому хватит говорить глупости и давай собирайся в дорогу. Чемоданы собирай, собирай, собирай. Вперед, 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 вперед. Все равно сиреноголовый существует. Ну что ты сидишь такой надутый? Вот встретится вам сиреноголовый, и вы будете надутые. Перестань ерундой заниматься и придумывать сказки разные. Поехали спокойно в Киев. Да, лес и провода – идеальная среда обитания для сиреноголового. Смотрите! Пылевая буря! Там сиреноголовый! Надо контролировать, что он смотрит. Это уже просто невозможно. И никакие это не сказки. Сиреноголовый существует. Он может маскироваться под электрические столбы, что можно не отличить. И обитает как раз на трассе. Что? Кошмар!
Дима, а давай посмотрим фиксиков. Они будут полезны для твоей воспаленной фантазии. Не хочу я никаких фиксиков смотреть. Тимофей, послушай меня внимательно. Сейчас мы едем спокойно путешествовать. И я не хочу на протяжении всей дороги слышать про синеголовых, фиолетово-ногих, мохнато-руких и вообще прочую нечисть. Все, поехали в путь. А что это мы в тишине едем? Давайте радио настроим. Я слышу звуки сиреноголового, я же говорю, это он! Разве вы не слышите? Это же сигналы сиреноголового! Тимофей, ну не выдумывай! Это просто сигналы плохой связи. Так, наверное, надо где-то остановиться и отвлечь Тимофея от этих дурных мыслей. Тима, мы гуляем по самому красивому парку, Александрия. Почему ты все равно такой грустный? Ну, я точно знаю, что где-то здесь есть сиреноголовый. Это парк для прогулок, а не для сиреневоголового. Мама, сиреноголового. Да хоть фиолетового в крапинку, нету здесь никого. Пошли. Никогда не видел. Вот если б я бы полетел с такой высоты, я бы точно увидел сиреноголового. Конечно, красота. Я представляю, как красиво оттуда вниз смотреть. Ну что, Тимофей, отвлекся ты от своих дурных мыслей? Да нет. Вот это сухое дерево среди всех зеленых не просто так. Ну, сухое дерево, ну и что? Пропало. Что ты придумываешь, Тима? Тима, я знаю, чем тебя отвлечь. Слушай, на камеру снимай влог, и ребятам будет интересно посмотреть, как ты путешествуешь. Держи. Ребята, снимаю вам влог. Вот это поле, вот это деревья. А это что? Это сиреноголовый!